Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей сегодняшней лекции. Мы продолжаем серию лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества». Напомню, что в течение декабря пройдет 43 лекции от победителей Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, которые организованы Российским историческим обществом. И сегодня мы с вами отправляемся в Челябинскую область, чтобы узнать все секреты работы с молодежью в вопросах краеведения от Кибиткиной Галины Николаевны, главного археографа Объединенного государственного архива Челябинской области, победителя Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. Галина Николаевна, здравствуйте. Благодарим вас в первую очередь за нашу сегодняшнюю встречу. Для того, чтобы начать наш разговор, передаю вам с удовольствием слово. Я приветствую всех коллег. И искренне говорю, что я восхищаюсь вашим вот самоотверженным трудом при маленьком финансировании, часто недопонимании, когда я смотрела, как вы защищали работы и как вы вот находитесь на переднем крае борьбы за души ваших детей, то вот это никак, вот просто не может не найти отклик и у меня в том числе. Я работаю в архиве уже 37-й год. И, конечно же, в архиве, там, где сосредоточена вся информация по истории региона, я не могу быть в стороне от того, чтобы ну, как-то эти документы не использовать в целях патриотического воспитания, там образовательной деятельности и самой-самой различной другой. Я буду говорить в своей лекции не слово «я», а «мы», потому что, вы знаете, одна бы я никогда вообще ничего не сделала. У нас очень хороший коллектив моих единомышленников, которые мне помогают, вот чем только могут, абсолютно все, где-то меня подменяют, где-то проводят экскурсии или уроки, помогают создавать выставки, оказывают помощь методическую, иногда и практическую в разработке каких-то больших проектов. И поэтому вот говорить просто «я это сделала, я так не могу», потому что все же это буду говорить «мы». Это раз. Второе, конечно же, деятельность архива, она отличается в чем-то от деятельности школьных учителей, руководителей школьных музеев, потому что ну, немножко другие ресурсы, немножко как бы даже другое окружение, значимость, но тем не менее, задача-то у нас одна. И вот мы на каждой, на своем месте стараемся выполнить ее как можно лучше. Я буду вам рассказывать через презентацию, поэтому я ее сейчас включаю. Так будет нагляднее и лучше. Так, сейчас мы включаем презентацию. Как мы тут? Так, включаем презентацию. Так. Вот она презентация у меня. Так, презентация. Архивные документы как источник патриотического воспитания молодого поколения. Итак, для начала, а что она у меня не двигается? Не двигается. Ага, сейчас. Так, итак, для начала я хочу сказать, что из себя представляет Объединенный государственный архив Челябинской области, потому что в регионах часто существуют разноуровневые вот, названия архивов. Есть просто государственный архив, есть центр документации новейшей истории, это бывший партийный архив, есть архивы по личному составу, архивы страхового фонда и так дальше. Их большое многообразие. У нас в Челябинской области создан единый архив, который вот, состоит из трех зданий. Здесь два у вас на презентации, на слайде. Одно здание, вот, которое находится слева, хранит документы советского периода, предприятий, промышленных организаций и
документы древние, так называемый стах, как мы говорим, то есть документы до 1917 года. Второе здание находится на слайде справа. Это бывший партийный архив, здание в 1972 году построено. Сейчас он был центром документации новейшей истории. В 1999 году объединили Государственный архив и Центр документации. Он стал Объединенный Государственный архив Челябинской области. Есть еще третье здание, оно подобное, как вот бывший партархив, такое же здание. Это специализированный отдел по личному составу. Итак, наш архив в трех типовых зданиях, ну, третье, будем говорить, не типовое, оно все же приспособленное, хотя очень хорошее, хранит более 2,5 миллиона дел по истории области, начиная с 1736 года. Архив имеет современное оборудование для хранения первоисточников. Вот вы видите на слайдах архивохранилище древних документов. Мы вводим туда на экскурсии и школьников, и студентов. У нас даже оборудована там небольшая выставочка, где находятся документы, названия которых уже вышли из обихода, из употребления. Допустим, клировая ведомость, ревизская сказка, брачный обыск, окладные книги и так дальше. И детям очень интересно рассматривать эти документы, и мы говорим, что они означают, что какие документы содержатся вот в таких делах. Теперь, вы видите, у нас такие, в общем-то, стеллажи мобильные. Надо сказать, что в архиве мобильные стеллажи почти на 50% уже все сделаны, где это возможно, где не могут перекрытия выдержать там обычные металлические стеллажи. Они экономят место, обеспечение сохранности у нас находится на очень хорошем уровне. Поддерживаются самые многочисленные режимы, которые нужны для хранения документов. Там и световой, и противопожарный, и санитарный, и температурно-влажностный. В общем, их очень и очень много. Дальше. Вот представлены помещения архива. Обычные, в общем-то, это пол архива. Вы видите, тут небольшая выставочка. Читальный зал архива. У нас два читальных зала. Один большой вот перед вами на слайде с правой стороны. Он вмещает до 80 человек. Еще сейчас мы делаем большой зал, так сказать, конференц-зал для работы с компьютерами, потому что не хватает места. Посетителей у нас очень много. У нас в читальных залах 4000 человек ежегодно проходит, и очень многие еще пользуются на местах, используя в электронном виде документы. У нас в архиве два выставочных зала. Вот это постоянная экспозиция перед нами, перед вами выставка «Челяба. Путешествие в прошлое». Дело в том, что Челябинск, к сожалению, единственный город-миллионник, который не имеет своего музея городского, музея истории города. У нас есть прекрасный краеведческий областной музей, но там распыленная историческая информация о городе. И поэтому мы решили как бы восполнить этот пробел и к юбилею города создали постоянную экспозицию в двух залах, которая называется «Челяба. Путешествие в прошлое». Это о дореволюционном Челябинске, то есть с момента основания крепости 1736 года до 1917 года. Здесь находится вся информация. Прошу обратить внимание, многие говорят, вы зачем как бы дублируете музей? Вот в этих экспозициях совсем все представлено через архивные документы. Просто они в необычном виде. Если мы посмотрим на слайде слева, то мы увидим там гербовый зал, так сказать, гербовый стенд. Эти гербы – это архивные документы, это первый герб Исетской провинции, центром которого был Челябинск. Воссозданы все здесь документы и реконструкции, все связано с архивом. И даже вот этот стол, крытый скатертью красной, он воссоздан полностью по описанию, это часть каморы шестигласной думы, которая была в Челябинске, первый орган управления. Поэтому здесь вот все так и сделано. Дальше.
Вот, значит, это продолжаем мы постоянную экспозицию. Здесь перед нами мы видим, значит, угол крепости Челяба. Надо сказать, что на уроке и на экскурсии мы используем ольфакторный метод, то есть мы вот эти бревнышки смазываем эфирным маслом сосны. И я всегда спрашиваю, у нас всегда игра идет и в экскурсиях, и в уроках. Поэтому мы спрашиваем, а как вы думаете, из чего была построена крепость Челяба? И дети тут вот гадают, но все же в конце концов находят правильный ответ, что из сосны. А почему? Да потому что в трех верстах был реликтовый сосновый бор. Он и сейчас есть. Он и сейчас есть, этот бор, находится, это у нас парк культуры и отдыха, самый большой в России такой участок зеленых насаждений. Вот. Так что вот этот зал, вернее, крепость, находится в зале 18 века, условно так. А с правой стороны, значит, у нас зал 19 и начало 20 века. Больше, конечно, начало 20 века посвящено это, потому что именно в 20 веке Челяба очень активно развивалась в связи с открытием железной дороги. Дальше мы видим фрагменты экспозиции историко-документальной выставки «Архивный мир». Это у нас второй выставочный зал. Он находится в здании бывшего партийного архива. И был открыт первый среди региональных архивов России в 2005 году. Здесь мы экспонируем выставки, которые ежегодно меняются, самые различные. Ну, вот эта выставка, «Архивный мир» она называется, она была открыта к столетнему юбилею архива в 2018 году, и мы решили ее не трогать некоторое время, потому что мы 28 сентября 2021 года будем праздновать столетие своего архива. Выставка тоже сделана с реконструкциями, с архивными документами, но немножко по-другому. И посещает ее чаще всего старшие школьники. Здесь проводятся уроки «Найди в архиве документ». Здесь проводятся семинары со студентами и школьниками. Здесь мы работаем и с архивно-следственными делами, потому что они хранятся у нас вот в этом здании, чтобы их не перемещать. Вот такая экспозиция у нас «Архивный мир». Далее идем. Самое старинное дело – это Миасская крепость. Вот вы видите, какое оно толстое, огромное дело. Там, несмотря на то, что там тысячи страниц, но ведь это бумага ручного изготовления, она рыхлая такая, большая. И оно почти полностью переведено. Не выдается исследователям как особо ценное. Оно есть в электронном виде, оно все отсканировано. Именно через это дело, через эти документы мы можем увидеть, как строилась у нас крепость Челяба. Дело в том, что несмотря на то, что дело Миасской крепости находится рядом, и она была построена в августе 1736 года, а Челябинская в сентябре, канцелярия, Исетская провинциальная канцелярия сгорела во время Пугачевского восстания в 1774 году, и ничего не осталось. И вот это дело Миасской крепости, оно отражает и строительство чуть позже Челябинской крепости. Теперь посмотрите, перед вами герб Демидовых, рода Демидовых. Вот у нас содержится очень интересное письмо Демидова, где, как он обзывает своих рабочих, вообще как он интересно пишет. Вот это и сам герб, ведь краски, которые не потускнели, они были изготовлены из полудрагоценных уральских камней. Дальше. Я просто очень и очень коротко, я ж не могу все 2,5 миллиона дел вам показать. В 1999 году от ФСБ было принято 37 тысяч архивно-следственных дел. Надо сказать, что несмотря на то, что мы говорим 37 тысяч, на самом деле репрессированных южноуральцев было гораздо больше, потому что в 3-4, допустим, архивно-следственных делах содержится данные на арестованных
на группу арестованных южноуральцев, состоящей из 20 человек. И поэтому на самом деле гораздо больше. 12 тысяч были расстреляны и покоятся на Золотой горе. Вот это спецхранилище, архив следственных дел, которое находится тоже в бывшем партийном архиве. В архиве очень много документов, связанных с Великой Отечественной войной. Понятно, что наш архив не военный. У нас документы тыла, но они, тем не менее, отражают всю историю нашего легендарного танкограмма. Вот перед вами уникальный документ, рапорт товарища Сталина. Он весит 25 килограммов, изготовлен из кожи шевро молодого ягненка, украшен златоустовской гравюрой. Это большой фотоальбом, где есть фотографии всех промышленных предприятий за 1943 год. В 1944 году был направлен этот рапорт Сталину, а затем в 50-х годах был возвращен из канцелярии, когда разбирали после смерти Сталина, был возвращен в Челябинский обком партии. И вот он сохранился в первозданном виде. Много очень интересных, зрелищных таких рисунков, вот детские рисунки перед вами, плакаты, листовки. Ну, одним словом, визуальных документов очень много, которые позволяют готовить нам выставки. Далее, вот посмотрите, это фотоальбом архитектуры. Я хочу сказать, что у нас больше 40 тысяч фотографий, и мы собираем. И сейчас очень важно дополнить историю нашего Южного Урала еще фотографиями повседневности, фотографиями детьми, потому что это сейчас, ну, это неправильно сказать модно, просто, ну, хочется, чтобы люди интересуются этим, а как жили, вот просто, как жили обычные люди вот в 50-х годах, в 20-х, 30-х, мы собираемся. И перед вами не зрелищный документ, но это потрясающий документ, это акт приемки в эксплуатацию первого реактора «Аннушка» на химкомбинате «Маяк». Дело в том, что наш регион – это регион атомный. Мы единственные из России имеем три атомных города, да, Снежинск, Озерск и Трехгорный. Ну и, конечно, МИАС – это центр Макеева. Так вот, здесь подписи, тут, к сожалению, не вошли, только первый лист, подписи таких великих людей известных, как Музрукова, Курчатова, Славского. С этим документом мы работаем со школьниками. У нас есть урок очень интересный творческий, который называется «Найди в архиве документы». Мы как раз говорим об атомной промышленности. Дальше. Пользователи архивной информации у нас самые различные. Начиная от старших групп детского сада и заканчивая ветеранами. Мы принимаем всех. Мы работаем, проводим эксклюзивные проекты, работаем с ребятами, молодыми людьми, инвалидами. У нас часто приходят в архив на уроки из школ-интернатов дети с задержкой или с какими-то проблемами в развитии или в физическом состоянии. Мы очень любим работать с этой категорией молодого поколения, потому что они настолько добрые, настолько они всему радуются. Нам самим доставляет удовольствие. Поэтому мы со всеми категориями работаем. У нас есть подшефная школа, номер 137. Мы в свое время, когда были проблемы с транспортом, часто есть школьные автобусы, а когда не разрешали группы, особенно зимой, в архив добираться очень было трудно, надо было много сопровождающих, это была проблема. И тогда мы решили, что рядом находящаяся школа 137, в которой прекрасный директор, заслуженный учитель, в которой есть научное общество, педагоги-новаторы, педагоги истории. Мы стали с ними дружить, оформили им выставку, стали проводить уроки, и они частые гости. Вот ребята из нашей подшефной школы, они к нам уже который раз, 1 сентября, приходят в архив на свой первый урок знаний. И вот вы видите, я тут им торт приготовила. У нас уже закончилось занятие, и начинается торжественное чаепитие. Дальше. Работа у нас осуществляется по нескольким направлениям. В основном, в той или иной мере, она все же связана с выставочной деятельностью. И это правильно. На фоне выставок мы все. Вот у нас выставка была слева, советский модный шик. Она имела
колоссальный успех. До сих пор она прошла, конечно, уже года два назад, три даже, но до сих пор все вспоминают про эту выставку. А здесь вот ребята приехали из отдаленных районов Челябинской области с научными руководителями, победителями конкурса «Юный активист», и мы тоже тут после награждения собираемся пить чай. Это передвижные, вообще сейчас про выставки буду говорить, передвижные выставка, значит, агитация и пропаганда слева, в театре драмы, там для тружеников тыла, это было мощнейшее мероприятие, очень было много молодежи, и вот просто мы ее очень-очень быстро тут сделали, всем она нравилась, и посмотрели ее многие. Ну и у нас несколько площадок, в том числе на Центральной аллее, городского парка культуры и отдыха. Мы постоянно меняем каждые три месяца фотовыставки. Здесь представлена фотовыставка, которая этим летом демонстрировалась. «Маленькие герои большой войны». Это о ребятах из ремесленных училищ, тружеников тыла в годы войны. Дальше. Архив осваивает городские пространства. Продолжаем. Вот. Выставка «Ось-3. Бумажная архитектура Челябинска», она так называлась, попросту говоря, это выставка нереализованных архитектурных проектов. Очень в день города было столько желающих посмотреть, а каким бы был наш город, если бы эти проекты были реализованы. А вот на Кировке, это пешеходная часть пешеходной улицы Кирова, у нас... В центре города мы, значит, благодаря правительству Челябинской области приобрели почти за 700 тысяч современное выставочное оборудование и открыли 9 мая этого года открыли выставку «Черные ножи». Это выставка о 63-й танковой бригаде в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Именно от этого места, там, где памятник танкистам-добровольцам, провожали южноуральцы танковую бригаду, которую полностью собрали на свои средства. Эту выставку посетил губернатор. А 9 октября этого года, в День героев Танкограда, мы открыли еще одну выставку. Она называется «Великий Танкоград», потому что нам присвоили уже высокое почетное звание, значит, Челябинск – город трудовой доблести. Это как раз на открытии выставки. Очень холодно было. Дальше. Там же в центре у нас очень хорошая дружба и связи с кинотеатром «Знамя». Это старинный кинотеатр, на пешеходной улице находится. Они всегда нам предоставляют холл своего кинотеатра для демонстрации различных передвижных выставок. И народу всегда там очень много. Вот это в кинотеатре «Знамя». Выставка, посвященная Первой мировой войне. Далее. С учащимися школ мы проводим большую научно-исследовательскую работу. Вот здесь представлены победители регионального всероссийского конкурса «Юный архивист». Но ежегодно наши дети занимают первые, вторые места на всероссийском конкурсе. Кроме этого, мы проводим много других конкурсов. Конкурсные работы и внутри архива, и различные вообще конкурсы. И никто не уходит ненагражденным из стен архива. Далее. В архиве каждый год мы проводим по две. Это традиционно две научно-практические конференции. Это архив социума и социум в архиве и генеалогия и архивы. В этом году, в следующем году тоже будем так же проводить. Ребята участвуют в этих конференциях. Надо сказать, что вот сейчас как-то сменилось руководство, и мы так вот поощрить на высоком уровне не можем, хотя и пытаемся ребят, учащихся и студентов. А были такие времена, я это помню, когда молодежь получала за выступление прекрасные, яркие, даже грамоты губернатора Челябинска. Во время конференции мы проводим тоже также различные передвижные выставки и в перерывах до конференции знакомим участников конференции с нашим информационным богатством. Ну а здесь мы с Мариной Сергеевной Соломиной, с ее научным обществом проводим занятия вот в архиве.
Далее. Архивный урок «Челябинск. Чайная столица». Вот разработала я в свое время эти архивные уроки. Надо сказать, что это было нетрудно, потому что материал, вот он сам идет в руки, сам. Вот вы видите, на левой стороне огромные у нас фотографии до потолка, брос человеческий. Это Челябинская чайная разведка. Вообще Челябинск, значит, в начале века он занимал второе место в Российской империи по чайразведке в связи с открытием железной дороги. Ну, у нас называется Челябинск чайная столица, Москва первое место, но она и так столица. Поэтому мы себя назвали столицей. Так вот, на эту фотографию, если внимательно посмотреть, тут указано вот весь механизм, вся последовательность действий. Работали в основном дети от 10 до 14 лет. И вот наши дети на уроке, также мы смотрим на фотографию, мы переводим меры весов и взвешиваем чай, вот как на чайразвесочной фабрике, и заворачиваем его. И чай ребята берут с собой. А после этого урока у нас из самовара дети с травами пьют черный чай, индийский, потому что индийский, цейлонский, из Шри-Ланки в основном привозили, и угощаются. Очень любят этот урок. Дальше. У нас еще пользуется большой популярностью урок, называется... Он называется «Послание потомкам из 18 века. История гусиного пера Черни». Ребята рассматривают бумагу 18 века, разные литеры и символы. И вот на свет видно, вот здесь в левой стороне это большая орлянка, орел, да, есть маленькая орлянка, есть, если изображен медведь, это ярославская бумажная мануфактура, различные угадываем мануфактуры. А потом каждый получает кусочек бумаги 18 века, но сначала мы пишем на черновике, и чернилами красными, черными, фиолетовыми, то, как мы любим, гусиным пером, ребята пишут небольшое письмо. Обычно, конечно, трудно писать, поэтому они обычно одну фразу пишут. Старшеклассники или средний возраст пишут «Челябинск это». Потом я анализирую, мне очень интересно, как воспринимают наши дети свой город. И там различные есть, начиная от того, что Челябинск – это яма, это грязь, до Челябинск – это мой любимый город, это город моего детства, мои родители и так дальше. А маленьким детям – моя мамочка самая. И потом, значит, они там, когда напишут это письмо, вот там у нас вместо промокашки мы используем все, как положено, просеянный песок, а вот они промокают этим песком, каждый парик получает вот это свое творчество, и все уходят счастливые домой. Дальше. Работа с архивно-следственными делами. Этот урок очень сложный, он творческий, и обычно мы его проводим с ребятами старшего возраста, потому что пережить архивные документы чрезвычайно сложно. Даже существуют ограничения, например, допустим, нельзя смотреть протоколы, потому что там они ничего не дадут, они только запутают совершенно. Но, тем не менее, когда ребята, мы определяемся, если студенты, они смотрят репрессированных своих преподавателей, если, то есть мы тут выбираем персоналии, какие-то наиболее известные, чтобы можно было дальше прочитать о них в интернете. Ну и вот, вы знаете, вот я слева показываю письмо преподавателя института Максима Серпионовича Давыдова Сталину на куске ткани, залитом кровью. Конечно, вот этот подлинный документ, он никого не оставляет равнодушным. Если ребенок посмотрит тоже и увидит, представляете, вот он увидит справку о приведении приговора в исполнение. Дети тоже вот это запоминают на всю оставшуюся жизнь. Они пишут работы по этим личностям и защищают их. Это творческая работа. Вот, это фронтовая посылка. Игровой такой момент у нас тоже на основе нашего архивного документа, значит, стихотворение Михалкова «Посылка», который передал на Северо-Западном фронте южноуральцам. Дети очень любят собирать посылку и все подлинные вещи. Это у нас квест «Путешествие в прошлое». Тоже интересно. 10 заданий, которые надо выполнить.
Это урок «Один день тылового военного детства». Он тоже построен на воспоминаниях и письмах Накоскина, Володи Накоскина, где он детально расписывает, чем он занимался в годы войны. И вот мы воспроизводим это все в обстановке выставки «Обожгла наше детство война», открытой нами в 137-й подшефной школе. Вот это лицеисты разглядывают дела, но они смотрят неподлинно. Это мы сделали макет дела. Мы взяли, значит, протоколы шестигласной думы, это первого, протоколы первого заседания, и на бумаге, у нас оказалась бумага 18 века, мы через принтер вот сделали такой макет дела. И уже мы можем его трогать, он, собственно говоря, получается полуподлинный. Лекции мы проводим везде. Во-первых, исторический клуб нас постоянно приглашает. В вузах, в школах, с экскурсоводами. В общем, можно перечислять бесконечно. Это лекция «Женщины в атомной промышленности. Разложить на атомы в центре атомной энергетики». Здесь я рассказывала как раз о женщинах в атомной промышленности. Ребята из детского дома в архиве представляет тоже на основе архивных документов сделали спектакль «Тогда была война». А это в лицее, мы дружим с лицеем номер 11, да, мы ходим тоже туда на уроки, помогаем оформлять выставки, вот сейчас там действует выставка «Будем жить». Мы передали 104 предмета таких музейных для этой выставки. Собственно говоря, почти вся выставка построена на наших предметах. Это мастер-класс для педагогов Челябинского института подготовки и повышения квалификации работников образования. Мастер-класс как раз по посылке. Надо сказать, что сами ребята вот как-то пришли ко мне, ребята 11 класса, и сказали: «Галина Николаевна, проведите нам вот мастер-класс». А я говорю: «А для чего?» Они говорят: «А мы соберем посылку и сделаем это для наших подшефных маленьких там, 2 класса детей». Вот. Мы оказываем методическую помощь в подготовке изданий. Вот это вот недавно прошла презентация книги преподавателя 137-й школы Станислава Николаевича «Карельский фронт в памяти южноуральцев». Мы были там, значит, оказывали помощь всякую, всестороннюю, да, и были рецензентами. И у нас презентация прошла. Вот. Мы с поисковыми отрядами очень работаем хорошо. Вот это вот все, что они тут, значит, нашли, они передали в наш музейный фонд, и фонд пополнился. Это была выставка «Человеческий капитал» с участием 2 президентов. Очень ответственная выставка. И вы видите перед вами, с левой стороны, пивовар, Ефим Иосифович смотрит. Ну, он был в составе делегации, делегация была очень большая. И архив отвечал за 3 огромных раздела. Это раздел индустриализация, Великая Отечественная война, целина и частично за атомный проект. Дальше. Ну, пропагандируем архивные документы через средства массовой информации. Это очень востребовано. Огромная работа проводится через радио, телевидение. Самые различные темы у нас множество. И у нас это идет проектами в течение года, раз в неделю обязательно. Ну, здесь мы видим, у нас губернаторы на открытии выставках и вообще в выставочных залах. Все губернаторы побывали. И это, конечно, тоже такая большая ответственность. У нас есть книга отзывов, где все это отражено. Да? Часто к нам приезжают и федеральные каналы, ну, а наши областные – это очень частые гости. Это хранилище в газетном. Мы как раз готовим документальный фильм совместно с нашим областным каналом. Надо сказать, что и помогаем мы им, и не просто как синхрон записывать, но и помогаем в подготовке сценария. Так, ну и мы издаем ежегодно 4-5 изданий, в том числе материалы конференции. Вы видите, вот с правой стороны книгу я подготовила «Архив в школе», где как раз все содержатся конспекты уроков творческих, экскурсии с игровыми моментами, квесты, в общем, все вот собрано здесь. Есть еще и в электронном виде, и мы постоянно это все отправляем в дальние архивы,
из таких районов, которые преподаватели которых не могут приехать сюда к нам в архив. А здесь с левой стороны у нас вот в читальном зале шкаф с архивными изданиями. Постоянно все исследователи каждый день прихожу и все переставляют, потому что все интересуются. Ну и это мы тут с фотоальбомом, который мы готовили не так давно. Это наша книга «Челябинская губерния». И совсем недавно у нас вышла книга «Путь к победе». Это эвакуация промышленных предприятий. Очень сложная, очень тяжелая книга, и которая, ну, в которой мы сделали открытие не только для истории нашего региона, а для истории России в целом. И самое главное, что всеми этими книгами пользуются учителя. Они есть в школьных библиотеках. Мы их распространяем. Издания, в общем-то, большое количество. И есть они в электронном виде. И уже учителя готовят уроки. Так, акция по полной истории. Вот я сейчас вам говорила, сколько у нас много разных выставок, как мы их быстро собираем. Но мы уже больше 20 лет проводим акцию по полной истории. И благодаря этой акции мы получаем в наш музейный фонд различные предметы, и потом эти предметы мы предоставляем школам, какие-то различные организации, которые делают инсталляции к своим юбилеям, или приходят молодые артисты, которые спектакли ставят, им нужен реквизит. В общем, у нас постоянно вот этот музейный фонд находится где-то прописка в различных местах. Вот на сегодняшний день 5 организаций. Так, это у нас в подшефной школе мы оформили. Вот эту выставку «Обожгла наша детская война» и проводим мероприятия. Вот. Ну и вот эта акция по полной истории, она разной тематики бывает. В этом году была посвящена Великой Отечественной войне, понятно. А так у нас и по повседневности. А вот здесь представлены фотографии «Наше детство уходит в историю». Мы собирали документы, предметы, фотографии о детстве, ну, советском детстве, хотя приносили и дореволюционные, и документы, и предметы. Ну и хотела бы я закончить вот таким стихотворением, которое я очень люблю. «Наш век пройдет, откроются архивы, и все, что было скрыто до сих пор, все тайные истории сбивы покажут миру славу и позор. Богов иных тогда померкнут крики, и обнажится всякая беда. Но то, что было истинно великим, останется великим навсегда». Спасибо за внимание. Все. Галина Николаевна, спасибо вам огромное за интересный рассказ. Я сама слушала с огромным удовольствием. И я уверена, что, в принципе, очень хорошо, что наши лекции ведут не только педагоги, но и работники архивов, и смотрят их также работники архивов. Я уверена, что для них это будет тоже особенно интересным занятием. И, наверное, что больше всего меня удивило, хотела бы задать вам по этому поводу вопрос, хотя понимаю, наверное, предвосхищаю ваш ответ, но все-таки хотела бы его услышать. В презентации на большинстве ваших кадров я видела детей, молодежь, которые стояли и держали в руках оригиналы документов, оригиналы книг. И сегодня в век цифровизации, вот этой повсеместной, в век отсканированных документов, наверное, все реже можно встретить именно возможность ощутить, потрогать, быть причастным к оригинальным оригинальной вот истории этой. Расскажите, вот по вашему мнению, насколько важно соприкоснуться именно с оригиналом документа, с оригиналом детской игрушки, самовара, не посмотреть это в интернете, не посмотреть цифровую копию. Насколько важно это вот именно в моменте воспитания ребят? Вот вы знаете, это мое глубокое убеждение, я уже женщина проживая. И хочу сказать, что все же, вы видите, я сознательно просто отстаиваю, многие не понимают и считают меня городской сумасшедшей, но я отстаиваю мнение, что как можно вот в залах, как можно меньше, чтобы должно быть цифр. Дети и мои внуки, они просто уже вот зомбированы всем. Это вот
А мне хочется в первую очередь построить все это вот на каком-то ощущении, чтобы ребенка ввести в прошлое, пробудить его интерес, чтобы он смог потрогать. Я еще необыкновенно, про каждый предмет я могу, у меня легенды записаны, не просто мы так принимаем, с легендами, рассказать легенды, чтобы вот он понял, что это такое, и чтобы через это вот он запомнил. Детей сейчас чем-то удивить очень сложно. Но показали бы мы эти слайды. В школе их показывают каждый день и на уроках. А тут он должен прийти в архив и погрузиться в прошлое. Вот знаете, как ворон, которому 300 лет, перелететь вот эти 300 лет и побывать. И вот этот момент, я просто сама вижу по ребятам, говорю, он так оказывается важен, очень важен. Хотя приходит руководство и говорит, да что такое, вот сюда большой экран, вот сюда большой экран, да не трудно большой экран сделать. У нас есть технологии, мы вот, знаете, фотозону делаем, что можно, допустим, сфотографироваться с Екатериной Великой или там с Анной Иоанной. Можно, чтобы был звук идущего поезда, открытие железной дороги, да, что вот, вот идет поезд. Вот это вот, это да, технологии, но эти технологии дополняют вот это вот то, что. А вот других картинок не нужно. Это может быть я и не права, но это мое убеждение, это мой опыт, и я делаю, исходя из этого опыта. И как вижу, что очень и очень удачно. А то, что держат документы, я вам сразу скажу, что держат макеты. Не документы, особенно древние, мы сами только в перчатках показываем. Их нельзя руками. Я просто сама себя во время лекции ставила на место ребят, и я понимаю, насколько это сейчас интересно, и что сама я бы запомнила именно, наверное, такое посещение архива, нежели просто показ слайдов. Да, это действительно дополняющие технологии, которые в этом году нам очень помогли, но все-таки особенный след в памяти, в сердцах ребят, я думаю, оставляют именно такая возможность соприкоснуться с историей. И второй вопрос по поводу ваших научных конференций. Их у вас ежегодно проходит две, и вторая связана с генеалогией, насколько я поняла. Вот хотела бы поинтересоваться, насколько сейчас популярна среди жителей Челябинска, просто вот среди жителей города, насколько они интересуются сейчас историей своей семьи, есть ли у них возможность посетить архив и узнать какую-то информацию о своих родственниках, может быть, в годы Великой Отечественной войны или просто из прошлого века. И становится ли это направление популярнее, либо наоборот, люди меньше обращаются сейчас к таким документам? Вы знаете, я хочу сказать, что эта тема вот в постсоветский период, она приобрела такую актуальность. Может быть, мы часто начало 90-х годов ругаем и вот вспоминаем, как это было тяжело в бытовом плане все. Но вот вы знаете, для архива это был ренессанс, это было возрождение, потому что открылись имена людей, которые были репрессированы, которые строили эти заводы, связанные с атомной промышленностью, открылись секретные ранние документы. Ну, в общем, это было такие открытия, это был всплеск такого интереса к личности, ведь в советское время как говорили, что если завод что-то делает, все хорошо, значит, в первую очередь, это партийная организация, комсомольская организация, профсоюзная организация. Было, ну, нельзя, это было нескромно называть фамилию директора или что-то. А тут, оказывается, ведь личность делает историю. Это раз. Второе. Вот как раз в это время возник интерес и к своим корням. В конце концов, наверное, мы поняли, что мы все... Это та частичка той крови, которой были наши деды и прадеды. И неважно, или он золотил купола, или он лучше всех в деревне делал печи, да, или он был директором крупного там предприятия. Каждому свой, как вот пальчик дорог, так и каждому дорог свой родственник. И началось. Знаете, сейчас уже прям в детском саде заставляют, в детском саду заставляют писать про... Вот, это вообще что, а уж про школы и вузы я не говорю, обязательно свою родословную.
Составление родословных это приобрело какие-то масштабы огромные, все интересуются, все. А для этого у нас, конечно, много что есть, но не все. Дело в том, что сама Челябинская область на этот период весь развития претерпевала разные административно-территориальные преобразования, правильно? Что-то есть в архиве Свердловской области, в Башкирии и так далее. Мы собираем этот материал, чтобы не отсылать. Мы помогаем методически все. У нас работают с первооснова, это, конечно, метрические книги. Работают с метрическими книгами. Для этого до 8 часов мы по четвергам работаем, чтобы после работы мог человек прийти и значит, поработать с документами. У нас, конечно, школьники не допускают, у нас архив закрытый, надо понять, самостоятельно работать, тем более с метрическими, только в сопровождении либо родителя, это вполне можно, либо, значит, учителя. Школьники также работают. Получить информацию своих родственников можно абсолютно везде. Прекрасная информация не только в метрических книгах, а в тех же самых архивно-следственных делах, про которые я говорила, потому что там вначале идет анкета, где подробнейшим образом указан дед, прадед, чем занимался и все прочее. Вообще это очень интересная работа, и надо сказать, что ей увлекаются и дети, и взрослые. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Я уверена, что он будет полезен не только педагогам, не только сотрудникам архивов Челябинской области, но и всей России. Я сама слушала вашу лекцию с огромным удовольствием. Большое спасибо за ваш труд, за преданность вашему делу, которому вы посвятили практически всю жизнь. Я надеюсь, что мы с вами не прощаемся. Я говорю, до скорых встреч. Еще раз большое спасибо за наш сегодняшний разговор. Всего доброго и будьте все здоровы. Здоровья. Спасибо большое. До свидания. Взаимно. До свидания.